как минимум в четверть финальных играх. Открывает парад музыкальных домашних заданий команда КВН «Свои секреты. Москва». Что бы девушки ни говорили, как бы они себя ни вели, каждая все равно в душе мечтает выйти замуж. Итак, обычная квартира, вечеринка! Дорогие, а я парня бросила! Какого по счету? 50-го! С юбилеем! Музыку громче! Давай! Девчонки, а я замуж выхожу! Чего? Замуж выхожу! Чего? Замуж выхожу! Чего? Девочки, 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 я за шампанским. Шампусик, класс, давай. Вот дрянь такая, стерва. Ух, она. Девочки, она нас еще и на девичник пригласила. Девичник? А рыба, девочки, я ж первый раз в жизни на девичниках. До этого что по мальчишникам, да по мальчишникам. Сожжем их. Да дрянь она вообще. Девочки, я пойду на эту свадьбу. Я поссорю друзей невесты, я поссорю друзей жениха, я оболью свекровь вином, я сделаю все, чтобы меня ненавидели на этой свадьбе. То есть ты хочешь быть тамадой? Алло, Сережа? Сережа, ты почему не звонишь мне весь день? Привет, Анют. Я очень соскучился по тебе, поэтому и пришел. Ты что, видеть невесту перед свадьбой — плохая примета? Тогда я пошел. Веселитесь, девчонки. Не, ну обычный. Обычный замуж. Да, такие ты же. Надо же посмотреть, конечно. Миллион таких, девочки. Алло, Сережа, Сережа, и не звони мне больше. Девочки, если она первая выйдет замуж, я не знаю, что я с тобой сделаю. Вот. Надо срочно что-то делать. Надо ее как-то говорить. Говорите, секунду, секунду. Ань, иди сюда. Помоги кроссворд разгадать. Давай. Значит, смотри, по статистике это происходит с 70% супружеских пар. А, первая R, третья Z, последняя D. Раз в год. Подходит, подходит. Очень-очень смешно. Ань, ты хочешь узнать, что такое свадьба? Сейчас мы расскажем тебе, что такое свадьба. Что такое свадьба? 3 сервиза, чайник, 2 конверта и открытка. Чайник, 3 сервиза и стиральная машина. Но это если угадать с гостями. А если не угадать, как... Что такое свадьба? Это телек. Что такое телек? Непонятно. Как непонятно? Синий ползунок набили доверху валютой. Это Дмитрий Павлович хочет внука. Да подожди, это Дмитрий. Что такое свадьба? Это песни. Песни пьяных женщин, микрофоны. Текст которых был забыт еще в 9 классе, но с алкоголем всплыл в подсознании. Да сколько можно? Кока-колу пробует дед, а ведь у него диабет. Да хватит! Я вас на девичник пригласила, вы мне все портите. Да что ж такое? Ой, девочки, мне кажется, эту свадьбу не остановить. Так стоп! Давайте прекратим эту бабскую истерику! И спокойно, по-мужски все обсудим. Наливай. Анька замуж выходит. Я знаю. Чё с карбюратором-то? Ща расскажу. Лей. Да. По-моему, обсуждать по-мужски все-таки не мое. Вот, Ань, вот ты обижаешься, а ты ведь действительно никогда не жила с мужчиной. А это постоянные стирки. Вместе есть, вместе спать. Сейчас я расскажу. Храп, и ты не уснешь этой ночью. Храп. Полина, хватит. Че, пожрать нет ничего? И вот на 62-й минуте он зачем-то убирает с поля Карвальо. Все, хватит, надоело! Да-да-да-да-да. С
сходи на кухню, принеси что пожевать, давай. Сыночек! Истощал совсем, она вообще тебя не кормит. Ну, мам, ну что начинаешь-то, а? Ну, здравствуй, дорогая невестка. Что-то я нигде не могу найти наш дуршлаг. Ты случайно не знаешь, где он? А, так я положила его в сумку. А я обратила внимание. Это, наверное, для того, чтобы на него капала вода с другой посуды. Вот, Ань, вот что тебя ждет. А еще дети, за ними постоянно ухаживать надо. Мужу ужин приготовить, он придет с работы, голодный, холодный, а ты целуешь его, Анька. Какая же ты все-таки счастливая. Блин, девчонки, все-таки же свадьба, это так здорово. Алло, Сережа! Я люблю тебя, Сережа. Девчонки, а вот я хочу выйти замуж за моряка дальнего плавания. То есть менять в своей жизни ты ничего не намерена? А я Кольку твоего люблю. Вот возьму, соберусь силами и отобью его у тебя. И будем мы с ним жить долго и счастливо. Я что, это сейчас вслух сказала? А я выйду замуж, и пойдем мы с мужем по дороге жизни. И если вдруг споткнемся и упадем, то поможет нам встать на ноги Институт государственного администрирования. Не, быть может, сейчас кому-то непонятно, что я ляпнула, а мне диплом позарез как нужен.